Всем здравствуйте! Сегодня мы готовим с вами медовик без раскатки. Что нам для этого понадобится? 4 яйца, сода, водка, сахар, сливочное масло, мед и мука. Она у меня уже отвешена, потом мы ее будем добавлять, сейчас она нам пока не нужна. Тесто мы делаем, смешиваем, точнее, на водяной бане. Сейчас мы в одну миску складываем сахар. Бери, складывай. Готовим с Ксюшей. Сахар клади в миску. Сахар. Так, весь. Масло. Масло. Вот, на, помоги себе. Молодец. И яйца. В мисочку давай. Тихо. Ничего страшного. Все. Вот. И теперь ставим на водяную баню. Поставили все на водяную баню. И ждем, пока у нас растопится масло и сахар до полного растворения. Потом будем добавлять оставшиеся ингредиенты. Вот у меня растворился сахар и масло. Сейчас мы сюда добавим соду, водку и мед. И все это будем мешать, пока наша масса не побелеет. Вот наша основа уже готова. Она побелела, увеличилась в объеме. Сейчас я ее переливаю в чашу миксера. Но мне так удобнее. Я буду добавлять муку и замешивать в комбайне. Вот, и добавляю туда муку. Я насыпала полностью все 500 грамм муки в чашу миксера, и сейчас ставлю его, мешаться с насадкой крюк и замешиваем тесто. Тесто мое готово, оно получается вот такое плотное, но в то же время его можно намазывать на коврик и выпекать. Либо на силиконовый, либо на пергамент. Вот, я это буду делать на силиконовом коврике. Сейчас покажу. У меня здесь получилось где-то, наверное, столовая ложка теста. Распределяла я руками, намазанные растительным маслом. Распределяла, соответственно, по значению своего коврика. Сегодня я делаю их 15 сантиметров, так как мне надо умудриться сделать два маленьких тортика диаметром, наверное, 14 сантиметров, для того, чтобы попить чай. Вот, ставим в разогретую духовку при 180-200 градусов и печем до золотистого цвета. Вот мой коржик готовый. Он чуть-чуть сейчас сдулся. Сейчас мы его вынем и другой засунем. Вот такие вот они хорошие получаются. Из всего количества у меня получилось 16 коржиков диаметром 15 сантиметров. Я их еще отрежу до 14, и будет у меня тортик. Крем можно делать любой: заварной, сметанный, пломбир, какой вам больше всего нравится. Я буду делать сметанный.